Гул отсыплющихся булыжников будет слышен на окраинах Бельтирского еще несколько дней. Ситуация вынуждена. Село готовит к встрече паводка, ремонтируют дамбы. К решению проблемы подошли серьезно. 2014-й показал. Опоясывающие деревню защитные сооружения с трудом выдержали натиск воды и частично разрушились. Абакан напирает сразу на эту дамбу, и вода поднимается больше, чем по проекту рассчитано. И мы ее вот сейчас ремонтируем. Нам необходимо будет здесь верховой откос укрепить скальным грунтом, значит, в пределах 850 метров кубических, и песчано-гравийной смесью отсыпать, значит, дальше туда, приподнять. Такие же работы ждут и юго-восточную дамбу. Общая протяженность сооружений почти 3 километра. Наученные опытом, местные жители сами проверяют толщину льда, очерняют забереги, чтобы снег быстрее таял. Более того, в сельсовете всегда работает горячая линия. По телефону в период ЧС можно связаться с Абаканом и просить подмоги. При этом люди рассчитывают и на собственные силы. Уже создали в Бельтырском мехколонну. Мы граждан села привлекли к тому, что... У кого есть личная техника, будем использовать ее, чтобы продержаться 6 часов, отсыпать дамбу. Но граждане откликнулись, спасибо им за это. То есть никто не хочет быть затопленными. Добавим, что всего этой весной в республике отремонтируют 9 гидрозащитных сооружений в Аскисском и Алтайском районах. Наталья Громашова, Алексей Баргаяков, Евгений Чаптыков, Вести Хакасия.